Лев Сергеевич, хотелось бы услышать ваши комментарии по матчу. Ну, 0 голов не выиграть. Сейчас сказал об этом. То есть было достаточно моментов, достаточно игры в большинстве. Но не выполняли, к сожалению, задания. Звенья, которые выходили в большинстве, не бросали. Не было помехи вратарю. Не было борьбы. Видимо, посчитали, что вчерашняя победа также достанется и сегодня. И, ну, я считаю, не все были готовы сегодня биться за победу, именно биться. Была последняя игра 2017 года. Впереди еще несколько дней. Чем будете заниматься, что делать? Будем тренироваться. Здесь на льду, в Чехове, и хотели на улице покататься, но погода подвела нас, и выйдем здесь на лед, и, конечно, в зал будем ходить. Когда вновь собираетесь, сколько дадите ребятам отдохнуть? Мы соберемся 3 числа, 30-го у нас последняя тренировка, и 3-го сбор, и 8 января у нас уже игры с Атлантом. Спасибо.